Привет всем, меня зовут Артем Жульев, и я хотел бы немножко рассказать о базовой артикуляции джазовой, о так называемой игре под язык, и о ее принципах и тонкостях. Да? Первое, то, что все, наверное, уже знаете, то, что все видели, если интересовались. Первое, это принцип игры, да, основной принцип игры под язык, это когда мы лигуем в фразе, которая состоит из восьмых или шестнадцатых нот, да, в этой фразе лигуем вторую восьмую с третьей, четвертую с пятой, шестую седьмой, восьмую с первой следующего такта, да, и так далее. То же самое с шестнадцатыми, то есть вторая шестнадцатая лигуется с третьей, четвертая с пятой, с шестой с седьмой и так далее. Вот здесь вы видите, да, пример, играется это просто, да, на примере гаммы до мажора. Звучит это так. Вот до этого момента обычно всем все понятно и нет никаких вопросов. И дальше начинается немножко тонкости. Да? Мы знаем, как играть под язык. Мы знаем, что лигуется вторая нота с третьей, четвертая с пятой и так далее. Замечательно, это все хорошо. Всегда ли это так? Нет, не всегда. Сейчас покажу простые примеры, попробую их классифицировать, когда это не так, и просто посмотрим на них. Да? Первый пример. Когда у вас есть в фразе нота, скажем так, определяющая мелодию, да, которая важнее других. Например, простая фраза, сейчас вы видите на экране. Во втором такте мы приходим в ноту соль, она длиннее других, да, по длительности. Так вы тоже можете определить, что эта нота главнее других. Да? Вся фраза движется к ней, к этой ноте. И логика фразы движется к ноте соль. И эту ноту соль было бы замечательно выделить немножко языком, да? Показать, что она главная, это здесь. Мы идем сюда, да? Сейчас попробую сыграть. Скачки. Когда в фразе есть скачки, обычно ноту, да, верхнюю ноту в этом скачке интервальном выделяем языком. Сейчас вы видите на экране такую простую фразу. Она могла бы быть на до мажор или ля минор, не знаю, или еще на что угодно. Да? Вот вы видите, во втором такте мы приходим в ноту до, есть скачок между соль, она также она важная, она самая высокая нота в этой фразе. И логика фразы нам говорит, что вот в эту ноту мы приходим, да, потом идет спад. И опять и нота си, которая тоже важна. Я бы, например, залиговал вот первые три ноты вместе в фразе, да, чтобы прийти в до, показать языком. Сейчас попробую сыграть вам, да. Триоли. Что мы делаем с триолями? Самое главное, это логика фразы, логика движения мелодии. Это определяет все. Также вот сейчас с триолями, вот на экране пример, да? Такая фраза из триоли, которая движется к ноте дог, которая самая высокая в этой фразе, главная, одна из главных, скажем, нот. К ней мы движемся, ее мы должны показать, ее мы должны выделить. То есть выход из триолей всегда тоже подчеркивается языком. Звучит это так, да? Это могло бы быть немножко медленнее, тогда мы могли бы выделить первые ноты в этой фразе, первые ноты в каждой триоле. Если вы посмотрите даже на логику ведения мелодии, то увидите, что здесь есть восходящее движение. Первая нота в триоле до, ми, соль, си, и мы приходим в до третьей октавы. Вот это восходящее движение, если темп позволяет, тоже можно было бы выделить языком слегка, если это не очень быстро, да. Сейчас попробую это показать.
Следующий пример – это триоли, назовем так, со смещенным центром тяжести. Нет такого термина и понятия такого музыкального, просто обозначим их так сегодня, да? Вот на экране сейчас вы видите фразу. Здесь есть нота, которая вот повторяется все время, да, верхняя – это соль, ну, ми тоже повторяется, но соль здесь главнее, акцент идет на нее. Я вот расставил штрихи, которые позволяют вот показать эту ноту соль, сделать акцент на ней, да, то есть, потому что если играть эти триоли, уже лиговать все, не получится акцента, не получится выделить так ноту соль, и будет уже звучать по-другому. То же самое сыграно легато. Теперь артикуляция, да, такой. Есть разница в таких мелочах. Можно было бы говорить еще о многом, о разных нюансах, но, пожалуй, все на сегодня. Что, надеюсь, кому-то было интересно, кому-то нет, кому-то поможет, кому-то нет. Но, в принципе, вот такие базовые принципы я вам рассказал. Помните всегда, что музыка – это главное, не думайте о штрихах, но штрихи вам помогут сделать ваше соло интересней. Вот, меня зовут Артем Жулев. Хорошего вам дня, интересных работ, вкусных соло. А я пошел заниматься.